Заведующая культурно-досуговым отделом Дворца культуры Наталья Аксенова назвала этот творческий сезон трепетным. В первую очередь потому, что он был богат на юбилейные даты. В списке юбиляров – любимые горожанами коллективы. Без них не обходится ни один городской праздник. Свой юбилей отметил коллектив индийского танца «Сарасвати», духовой оркестр Котласского дворца культуры, академический хор «Верность», наша легендарная группа «Коктейль». Конечно же, все эти концерты вызывали большой восторг у зрителей города Котласа. Красивой финальной точкой этого сезона станет большой праздничный концерт «Обратный отсчет». Концерт на закрытие творческого сезона коллектив Котласского дворца культуры постарался сделать тоже несколько необычным. То есть концепция будет такова, что люди окунутся именно в прошлое. Именно этот год показал, что людям, нашему зрителю, интересны концертные номера, песни, танцы прошлых лет, то есть того советского времени. Зрителей ждут лучшие номера, которыми они смогли насладиться в течение этого года. Кстати, после закрытия, как многие думают, жизнь во дворце не затихнет. Нет, этого не будет, потому что мы знаем, что впереди лето. Это много различных мероприятий, не только в нашем городе, но и за его пределами. В частности, конечно же, мы все ждем празднования Дня города. На это тоже запланировано очень много различных концертных площадок. Программа тоже будет очень весьма насыщенной. Котласский зритель, мы с удовольствием ждем вас в стенах Котласского дворца культуры на наш праздничный концерт «Закрытие творческого сезона. Обратный отчет», который состоится 23 мая в 18:30. Ждем вас!